приносите плоды, первые плоды деревьев, это говорится о экране? Конечно, все это построение экранов. Все, что мы учим, это как построить сокращение и экраны на все желания, которые раскрываются, чтобы мы эти желания привели в соответствие Творцу. Он милосерден, и ты милосерден. Он милостив, и ты милостив, и так далее. То есть в нашем желании получать мы будем подобны, совершенно подобны Творцу, хотя мы противоположны. Противоположны и плохие, и можем нанести вред, но тем не менее только в желании получать мы можем делать действие, чтобы оно стало ради отдачи.